Всем привет, меня зовут Максим Епихин, я хочу вам рассказать сегодня о таком полезном свойстве, как переход между уровнями. Вы все знаете эту систему, когда мы подходим к дому, например, у нас идет загрузка, мы появляемся в доме, и уже у нас локация снаружи не подгружается. Это очень интересная и полезная вещь, и давайте я сегодня расскажу вам, как это сделать в GameGuru. Для начала, соответственно, нам нужно создать уровень, но я это сейчас делать не буду. Я вам просто наглядно это покажу, как это делается. Уже доверьтесь, все работает. И добавляем WinZone. В настройках WinZone у нас стоит скрипт winzone.lua. Давайте его теперь посмотрим. WinZone.lua. Так. Function main. У нас есть условие, если игрок находится в этой зоне. Тогда мы используем функцию jump to level if used. Она отличается от обычного jump to level, потому что она использует параметр ifUsed, в который мы и будем вписывать название нашего уровня без формата. То есть все уровни в GameGuru у нас идут в формате FPM, и мы не будем его вписывать, мы просто впишем его название. Соответственно, этот скрипт вы можете переделать как хотите, добавить какие-то условия и много прочего, что позволяет ваша фантазия. Но суть остается сутью. IfUsed должен быть заполненным в соответствии с названием следующего уровня. Обязательно следующего. Ну или предыдущего, если вам нужно перекинуться назад. Также таких зон вы можете создать несколько. Можно создать зона, которая будет перекидывать вас вперед, а которая перекидывает вас назад. Все зависит от ваших желаний. Вот и все. В принципе, это был специально. Я сделал очень короткий урок о том, рассказе о том, как сделать переход на следующий уровень. Очень много людей интересовалось этим вопросом, спрашивали, как сделать лучше, как там модернизировать. Вот я вам сейчас попытался это рассказать. Что ж, надеюсь, вам было понятно. Спасибо всем за внимание. Меня зовут еще раз Макс. Жду вас в нашей группе. Подписывайтесь обязательно на канал, комментируйте. В группе жду вашей активности, поскольку самым активным будет награждаться призы в скором конкурсе. Еще раз спасибо всем за внимание, всем удачи в разработке, всем пока.